яйца? Действительно, где мои яйца? Извините, мэм. Внизу. Нет, ты просто очень смешной. А ну-ка иди в жопу. В твою, с радостью. Что, охерел? Нет. Ты сам предложил. Многоуважаемые члены жюри, какую оценку заслуживает член Олега? Благодаря его размеру, наверное, как минимум 4 балла нужно дать ему. За размер, так размер тут вообще но не имеет. Но 2D смотрится шикарно. Ну для размера ничего там члены нет, за голодопад. Смотри, кроме большой размера, он, если смотреть в, да, в анфас, он так прям хороший, красивый, да? Симпатичный член, да. Тёрка, бэйби, да бога! Хуй огромный, как теннис, на мне прыгает зуба! Шутки в сторону, сука. Я тебе чё... Я даже ничего не буду говорить про то, что это было слишком быстро, но не мне судить, а девушкам, которые да, взаимодействуют с ним. Вот теперь буду. Прыгай прямо меж ног. Да я даю прямо меж ног. Это, сука, любовь. Да. Бедный Слава просто! Есть у нас стримерша по имени Фусли. Она Милашка. Завершала свой стрим и отвечала на вопросы своих зрителей. Также она играла в Pokemon Go, но самое интересное произошло далее. Да что же там произошло, я думаю, тут сложно было бы сказать с первого взгляда. Сначала я сам не заметил, в чем дело, именно поэтому я использовала огромную красную стрелку, чтобы сэкономить ваше время. Далее мне нравится, как она понимает, что спалилась, но делает вид, что ничего не произошло. Второе место. Ясно. Ты красочный папочка. Видишь, на крыльце ночная бабочка. А, реально голый. Я просто вообще не шарю. Собираю только все самое необходимое. А что? Все. Я готов. Добряк, добряк. Не могу вылезти. Пеппа застряла в шине. Мы тебя выебим. Боже. Ой-ой-ой. Зачем мне это остановило? Я сама не поняла. Там такая цензура прям, ну типа... Я думала, там зацензурят, ну бедра, а тут прям... На весы, но не на обычные, а на те, которые смогут полностью раскрыть... О боже мой! Какие кадры! Я понимаю, что я делаю такое лицо, типа открываю рот, типа удивляюсь, да? Но в то же время она делает такой рот из-за того, что, ну, демонстрирует свои умения, и я делаю, и мне становится от этого неловко, но я понимаю, что, типа, блин, да мои эмоции как сдерживают. Ой. Да, мне нравятся куни в кони в Майнкрафте. Куни в Майнкрафте. Какие откровения. Говорят, легенда. Они вот, то есть, понимаете, реально смотрели на его голову, реально смотрели. Там никаких трусов, ничего такого не было, вот просто рили. Далее она прощается со зрителями, хотя бытует мнение, что это фейк. В любом случае, судите сами. Ой, боже, боже, боже. Я на это смотреть не могу. Это прям как какое-то произведение искусства, ну честно. Артёма член не нравится, боже. Мне он сам не нравится. Мне его яйца не нравятся. Яйца отвратительные. Идея с венками прикольная. Это боже мой, что я смотрю вообще? Они там члены строят.